скорость и полная концентрация. Для игры в бадминтон требуется, казалось бы, всего ничего – ракетка и волан. Но летит он со скоростью 400 км в час. Поэтому для игрока важно двигаться по площадке молниеносно. В центре ракеточных видов спорта в Химках – аншлаг. Первое крупное соревнование после пандемии. Бадминтон входит в число самых полезных видов спорта. В число самых энергозатратных видов спорта человек может похудеть, находиться в отличной форме. Мы хотим это людям показать. Показали здесь два матча среди тренеров клуба «Химки» и среди звезд российского бадминтона. Все, кто принял участие во втором матче, входят или входили в сборную России. Среди звезд – Родион Алимов. Парень занимается бадминтоном почти 20 лет, еще с детского сада. За это время собрал множество наград, включая победы на международных турнирах. Бадминтон он многосторонний, и тут надо развивать все качества абсолютно. То есть тебе нужна хорошая выносливость, хорошая координация, при этом тебе также нужно держать в тонусе мышцы. Показательный турнир собрал несколько сотен зрителей. Организаторы уверены, такие состязания помогут популяризировать этот вид спорта. Зрители, увидев игру профессионалов, вдохновятся и тоже возьмут ракетку в руки. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.